Listening, level 1, text 5. Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем слушать тексты и отвечать на вопросы. В этот раз вопросы сразу перед вами. Кстати говоря, не забывайте подписываться, если вдруг вы еще этого не сделали. Кнопка subscribe, она же подпишись прямо на ваших экранах. Кроме того, предыдущий текст всегда можно послушать. Text number 4, стрелочка налево. Text number 6, это уже будет первый текст следующего уровня, чуть посложнее, чем данные тексты. Стрелка направо. Ну а мы с вами переходим к тексту. Ах да, конечно же, сложные слова на вашем экране. Те сложные слова, которые выбрал для вас я. Возможно, будут и какие-то другие. Для этого, пожалуйста, пользуйтесь словарем. Итак, поехали. Наша история на сегодня. Вперед. Women wear shoes with high heels. These shoes are very nice to look at, but they're not good for running. A woman from Germany doesn't really care. She runs with high heels. She's very good at it, and she can run pretty fast. She runs 100 meters in 14.531 seconds. It is a new world record in this discipline. There is an interesting race which takes place in Berlin. Women run with high heels. The heels must be 7 centimeters high. And the woman we're talking about participates in this race, and obviously she is the best. And the questions, please. Вопросы. Why aren't high-heeled shoes good for running? What other funny world events do you know? Why do you think people participate in such events? Как обычно, вопросы я не перевожу. Пожалуйста, пользуйтесь словарем, или же вы всегда можете обратиться ко мне в комментариях под видео. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, если это видео вам показалось полезным, любопытным, интересным. До следующих встреч. Bye-bye, and I hope to see you and hear you very, very soon. Bye-bye.